Обзор простых функций, как пользоваться сервером gps.trackberry.ru. Да, смотрите, на каждый автомобиль у нас можно создать геозоны, датчики, но можно создать еще объекты, которым можно трекеру приближаться, да, то есть чтобы были какие-то уведомления. Вот я создал для теста КВЦ, да, чтобы приближаться к пархаусу приближаться, то есть количество таких точек можно создать неограниченно, вне зависимости от того, сколько у вас трекеров обслуживается, граница Казахстан. Также смотрите, на каждый трекер можно создать 4 геозоны, по которым он будет контролироваться, его работа, да. Перейдем в геозоны. Тут мы можем что сделать? Уведомлять либо не уведомлять, если объект появился в сети, и куда уведомлять. Есть на e-mail, Telegram, Viber, ВКонтакте, либо SMS, либо в журнал. Также уведомлять, не уведомлять, если трекер пропал из сети. Ну и сколько минут ждать, прежде чем уведомить, что трекер появился в сети, трекер пропал в сети. Тут выставляется время в секундах. Также очень интересно. Это по работам с геозонами. То есть мы можем выставить на каждый объект ровно 4 геозоны. Выставить их довольно легко. Нажимаем, что у нас геозона включена. Выбираем, куда нам будет приходить уведомление. Смотрите, она работает на покидание и на вхождение в геозону. Ну и выбираем геозону. Вот тут она автоматически нам предлагает создать такую геозону. Она довольно большая. Мы сейчас ее немного уменьшим. Геозоны только можно прямоугольного типа делать. Вот сделаем контроль только геозоны. Назовем геозоны Тольятти. Извиняюсь. Тольятти. Все. Окей. Сохраняем. Все. Геозона у нас сохранена. То есть если теперь у меня машинка уедет за пределы этой геозоны, мне придет уведомление, что она покинула данную геозону. Сейчас еще создадим еще одну геозону, да. Лучше сразу советую, например, на то место, где будет стоять геозону, навестись вот так. Вот это у нас будет геозона Сызрань. Сохраняем. Ну и создадим еще геозону на Самару. Можно создавать, кстати, геозону как в самой геозоне, так можно и создавать геозону, то есть поверх геозоны. Вот последнюю геозону мы типа сделаем разрешенную область, по которой можно ездить машины, чтобы если пришло уведомление, что она покинула эту область, чтобы мы знали, что машинка у нас уехала. Вот так вот выберем, то есть мы включим все геозоны и тут назовем Самарская. Все, теперь если машинка войдет либо выйдет из этих геозон, мы получим уведомление в Telegram, в который прикрепили через настройки аккаунта. Все довольно просто, у нас есть уже настройки, что у нас появилась машина в сети, пропала машина в сети, что у нас машинка покидает, входит в геозоны. Также есть еще интересные такие параметры, смотрите, как можно настроить, да, тут есть я настроил дополнительные параметры, это можно контролировать, то есть зажигание. Датчик включения-выключения, то есть блокировка, датчик, то есть еще дверь, например, блокировка. Также данные скан шины можно контролировать. То есть, ну, еще тут другие есть параметры, которые не расписал, что не значит, но отображаются. Тут, кстати, все параметры, которые есть. Можно также, вот нажимаем тут скрыть геозоны, скрываем эти геозоны, да. Все, они у нас тут не отображаются. Мы можем также посмотреть, то есть события, да, заказать отчет. Посмотреть, кстати, по геозонам. Вот смотрите, кстати, очень интересно. Мы можем сделать объекты, то есть, например, СТОшки, там всякие здания, работы, объекты. Вот мы можем их насоздавать на карте, да, и уже на этой карте, то есть на какое расстояние должен, то есть, приближаться к этому объекту, чтобы пришло уведомление, что он подходит к этому объекту. Например, то есть, если он подъезжает к объекту, то есть границ Казахстана, да,
то он, видите, далеко, да, то есть, ну, если он подъедет ближе, чем на километр, то сработает уведомление в Telegram. Также с объявлением, что если он подъедет к пархаусу, да, сделал, ну, если подъедет на КВЦ, то есть вокруг пархауса там 500 метров, геозона, парковка, объект Тольятти, КВЦ, там 300 метров, вполне достаточно создаются геозоны, эти объекты вот эти вот для слежения очень легко. Мы вот выбираем объекты, да, выбираем нашу новую иконку, какую мы будем использовать иконку, иконок тут очень много. Называем, я даже не знаю как. Вот выбираем координаты, да, он нам дает нулевые координаты по умолчанию. Мы переходим туда, куда нам нужно. Ну, вот, например, да. Например, вот создадим вот тут вот, да. Это получается у нас, что нам нужно знать, что машинка у нас ушла на М5, да. То есть мы выберем вот тут вот зону, создаем, да, применить. Трасса М5. М5 в Самару. Все, мы создаем это событие, то есть мы создаем эту точку. Теперь переходим в геозоны, находим, что у нас есть вот тут вот в списке. Сейчас, секундочку. Вот трасса М5 в Самару находим. Выбираем наш автомобиль и там, например, пишем, что она вошла там в геозону, ровно по этой трассе проехала. Включаем, то есть что событие это включено. Выбираем, что в Telegram, все создать. Когда теперь машинка проедет мимо данной точки, я получу, во-первых, уведомление в Telegram, а во-вторых, у меня в журнале событий будет вот тут записано событие вот по этой машинке. Тут будет светиться, что тут машинка подъехала. Также я смогу получить, то есть, отчет, если мне нужно добавить новые объекты. Кстати, если мне нужны, получается, я хочу кому-то дать доступ, да, то есть я вот могу выбрать, создать оператор, пароль ему, то есть доступ ему ограничить, то есть какие у него есть возможности, все это могу сделать. Ну и устройство, если мне нужно, я могу создать новые устройства, добавить их и подключить к ним тариф использования. Кстати, плата взимается не за месяц, а взимается по дням. Идет предоплатная система работы. Это, в принципе, довольно удобно.